О. А чё это он так трясется? Сан, да перестань. Это такой зажигательный танец или что? Я не понимаю. Он по-прежнему здесь, по-прежнему трясется. Вот эта хрень трясется, вот это трясется, это А как? А как проходить-то? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. И добро пожаловать, рад вас приветствовать в фанатской игре по ФНАФу и Undertale'у одновременно. Две ночи с Сансом. Две ночи с Сансом. Да, звучит это немножко, конечно. Но я надеюсь, что Санс не собирается ничего такого со мной делать. Но полагаю, что парочку-тройку скримеров, наверное, мне от него будет обеспечено. Посмотрим. Не знаю, новая игра. Требуется помощник. Помощник требуется в новом заведении. Вы будете охранять 5 ночей. Да, эта работа опасна, но подумайте о детях и о том, как... И о том, как что, блин, чем мне думать о детях? Я что, Майкл Джексон, блин, не успел дочитать, твою мать. Подумай о детях и о том, как весело им будет. Все будет нормально, не то, чтобы ты там умрешь или еще что-нибудь. Мы бы никогда не посмели. Папайрус компания, Санс компания. А, да, компания вне обеспечена хорош. Прикиньте, у Папайруса собственная компания есть, ну окей. А, плохая стирка? А, плохой день, господи, я как Эр это прочитал, bad dry, издалека похоже немного, можно пикнуть тебе на нос твой сансовский, нет, нельзя. Окей, нажмите Ctrl, чтобы отключить питание, замечательно, хорошо, итак, клик, о, то есть получается мы будем в доме Санса, да? Это заведение вот это вот, которое мы охраняем, это дом Сансу по большому счету. Еще какая-то комната такой я не припомню, честно говоря. В доме Санс. О! Здорово, чувак! Так, это, я так понимаю, он выдвигается. Надо на него, наверное, смотреть, да? Надо на него смотреть, иначе, если мы на него смотреть не будем, он окажется впереди нас и где-нибудь скримернет. Скримернет! Ты же не собираешься скримернуть? А где он? Так, ну, блин, вот это, конечно, потрясающая хрень. Как бы так сделать, чтобы вот эта собачка проснулась и схватила Санса за жопу и помогла мне немножко? Мне стрёмно. Где он вообще? Ctrl, да? Чтобы нажать на мощь. Ну ничего, как бы нажимаю я. Мощь у меня отключается. Мощность. Но я бы не сказал... О, а чё это он так трясется? Санс, что там происходит? Санс, да перестань. Это такой зажигательный танец или что? Я не понимаю. 3 часа ночи, кстати говоря. Мы, может быть, вполне и протянем, я смотрю. 3 часа ночи, нормально. Так, ну подождите. Он по-прежнему здесь? По-прежнему здесь? По-прежнему трясется? Вот эта хрень трясется? Вот это трясется? Это как проходить-то? Ну, начал я по новой. Глянь, тут качан капусты лежит. Качан капусты лежит. О! Прям появился перед глазами. Чувак, у тебя... Я рад, что у тебя есть капуста. Но вообще в этом мире правит другая капуста, сам понимаешь. Вот давай я тебе заплачу, наверное, этой капустой, и ты от меня отстанешь, окей? Ну, я не знаю, что с ним делать, на самом деле. Может быть, надо периодически отключать питание? Давайте отключим. Отключили, включили. Отключили, включили. Раз, смотрим. Опасность миновала? Опасность миновала, судя по всему. Так, клик, отключили. Включили. Он же отсюда должен появиться, я так понимаю. Все-таки, блин, если это ФНАФ, то во ФНАФе всегда так. Впереди есть какая-то сраная дыра или сбоку какие-то двери. Ну тут сбоку двери нет. О, здравствуй. Так, офигеть. Если нажать Ctrl, то он выключает камеру. Ой-ой-ой. Все, я вырубил. Я не смотрю на тебя. Я не смотрю на тебя, Санс. Да я не понимаю просто. Ну как в это играть-то? Что я должен делать для того, чтобы он меня не тронул? Я должен надеть маску Папайруса. Я не понимаю, что? У меня ничего же нету. Уж капусту забрать. Возьми капусту, дашь ему по голове, когда он подойдет. Капустой. Качан вроде увесистый так. Надо, может, на него все время смотреть. Давайте попробуем все время на него смотреть. Вот этот плакатик, может, что-то с ним сделать. Посмотрели чуть-чуть, отвели взгляд, опять посмотрели. О, он уже пропал. Никакого, понимаете, нету средства защиты. Ни двери там, ничего. То есть, нельзя жалюзи какие-то тут задернуть. Я во всяком случае не вижу. Не вижу. Наверное, может быть, это так и надо. Может, это так и надо. Вот опять смотрим на него. Давайте, такая тактика. Смотрим на него подольше. Смотрим, смотрим. Да иди ты нахрен, не знаю, не понимаю. Наверное, так и надо. Это, наверное, игра приколюха просто. Ее невозможно пройти. Может быть так. А может и не так. Я не знаю, я сдаюсь. Ну и для того, чтобы видео не получилось слишком коротким, давайте посмотрим еще игру, которая называется Undertale N.
Хиуа! Хиуа! Это какой-то из африканского, наверное, племени чувак составил игру. Я Экхоузи, спасибо, что загрузили Undertale End Demo. Я очень счастлив, что вы захотели загрузить эту игру. Надеюсь, вы насладитесь, когда будете играть. Пока! Пока! New game, давайте, погнали. Нажмите имя, да? Имя, пожалуйста. Пал. Выберите локацию. Деревья монстров или же... Растаявшие самолеты? Planes? Plane это самолет или что? Давайте деревню монстров возьмем. Пресс 1. Пресс 1. Итак, деревня монстров. Поехали. То, что я вижу, мне напоминает... Знаете что? Квэк-квэк. Привет, человек. Квэк-квэк. Как поживаешь? Это нормально. Привет, как поживаешь? Нормально поживаю, чувак. Нормально. Разговариваю с жабами, у меня все хорошо. Медведь какой-то, охренеть. С тех пор, как Асгор больше не наш король... У нас теперь президент, который тут всем правит. И этот президент — первая леди. Но почему нету второй или третьей леди? Почему это называется первая леди, когда нет больше никаких других после нее? Почему не искать великая леди или что-то в этом роде? Эх, это политика. Хрена себе, какой глубокомысленный медведь. Он прямо размышляет. О, здорово, чувак. Привет, парень. Как дела? Слушай, поверхность игрового движка крутая, да? У Апертейл был хороший. Вот, из Апертейла мне напоминает. Я вот думаю, на что-то похоже, блин. Я когда-то давно играл в игру Апертейл, фанатскую игру. Это была, по-моему, первая фан-игра, которую я вообще прошел. Или одна из первых, точно не помню. И вот там вот мне все это напоминает прям жестко. Атмосфера, окружение. Так вот, что он там говорит? У Апертейл был хороший наружный мир, но это было не настолько круто. Don't forget, тоже был усовершенствован. Что? Я что, типа... Тебя пугает, что я ломаю четвертую стену, да? Ну, увидимся позже. Да, немного пугает, чувак. О, посмотрите, сюда можно пройти. Подождите, а здесь у меня была битва с Гастером в какой-то фан-игре. Игра закрылась, офигеть. Ну, серьезно, там была битва с Гастером, я вспомнил. Вот еще что мне это напоминает тоже. Но в битве с Гастером тут была ночь. Я вот сразу отсюда шел, сюда-сюда, потом прошел туда наверх и там с ним сражался довольно долго. Там непростая была битва, кстати. И вот здесь вот Санс продавал мне товар, да, здесь тоже чувак продает, но мы покупать ничего не будем, что у нас ничего нет. Давайте исследуем, что-то еще может быть есть в этой локации. И в чем вообще заключается смысл игры? Просто походить, поговорить с людьми, или, ну, с людьми, не с людьми, а с монстрами, естественно. Или же тут есть какой-то небольшой сюжетец. О, на нас тут нападает. Офигеть, на нас нападает фатальная ошибка. Посмотрим вторую локацию. Вот это вот, Melting Plains, что бы оно ни значило. И что это за дичь? Я не знаю, мне тут предлагают сохраниться, ну давайте. Значит, будучи в этом, в этой широкой, раскрытой области, ни о чем не волнующейся, вы наполняетесь решимостью. И ваша HP полностью восстанавливается. Я даже сохранился здесь, не знаю, насколько это мне нужно. Здорово, жаба! Ты то же самое мне скажешь? Извините, Квэк-Квэк. Вы в порядке, Квэк-Квэк? Выглядите немножко потерявшийся. Квэк-Квэк. Берегитесь себя, человек. Окей, я постараюсь. Ого, господи. Что за дикость? Там море какое-то. Сюда можно? Да, можно. Здесь можно. Здесь можно покупать у черепахи, но мы этим заниматься не будем. Это что? Так, это... Какой-то дом, в который меня пустили. Меня в него пустили, реально. А, это опять тот же магазин, только с другой стороны. Через черный ход. Мы прошли старые черепахи через черный ход. Ха, классная фраза. Опять сейчас ошибка будет. Дикий папайрус появляется, нормально. А что ты делаешь, папайрус? Что ты тут забыл? Королевской стражи. Я тебя захвачу, человек. У нас что, сейчас битва с папайрусом будет? Блин, какого хрена? Папайрус каклс. Не надо тут каклс, слышишь? Каклс надо в туалете, папайрус. Что ты творишь? Это некультурно. Давайте постараемся пощадить его костлявую жопу. Я надеюсь, у нас это получится. А, опять он как... Не, ну мне чё? Итак, как прошел твой день? Да нормально прошел, чувак. И прямо сейчас проходит просто офигительно. Мой тоже мой прошел неплохо. Да мне насрать, ты отстань от меня. Как и каклсами больше не занимайся при людях. Я тут немножко раньше замутил спагетти. А ну-ка, айтемы какие-то есть? Оп. Пирог, давайте сожрем. Ты съел пирог? Было вкусно. Мне сейчас тоже вкусно. Пирог съел, знаешь, раны залечил, которые от тебя получились у меня. Очень жаль, что у меня нет языка. Да, это я согласен, чувак, это я согласен. Это грустно. Ух, так. Сансу нравится, как я готовлю. Окей, я очень рад за Санса.
А тебе нравится, как он носки по всему дому разбрасывает. Ему нравится, как ты готовишь. Вы чудесная пара, просто потрясающая. По крайней мере, это так он мне говорит. Если я правильно успел прочитать. Ну-ка, что он сейчас скажет? Могу я, пожалуйста, захватить тебя? Не, чувак, я люблю свободу. Ты, конечно, извини. Я хочу впечатлить Андайн. Ах, блин, неудачно я прыгнул, конечно. Не надо никого впечатлить, не надо впечатлять Андайн. Хочешь впечатлить Андайн, подъедь к ней на Бентли. Я не знаю, зачем меня захватывать. Я не помогу тебе никак в этом. И попасть в королевскую стражу. Я не буду достаточным поводом для романтики с Андайн, приятель. О, смотрите, у него кончились фразы. Красноречие исчерпано, папайрусовское. Что дальше? О, погоди. Гадю, по полной программе гадю. Я жду, я... Ничего, никуда не торопимся. Мы теперь на поверхности. Так, ой. Есть, хорошо. Мне больше этого делать не нужно. Да, наконец до тебя дошло. Тебе больше этого делать не нужно, чувак. Давай. Упси-допси. Упси-допси, мать твою, еще как. Упси-дупси, шлюпси, крупси. Давай, отпускай. Теперь я тебя пощажу, человек. Давно пора, дружище. У меня здоровья уже нет почти. Ой, пощада. Убивать я его, естественно, не стал, это было бы жестоко. Так, все, смотрите, Папайрус меня пощадил, давайте отсюда сваливать, пока он не передумал. То опять нападет, я ничему не удивлюсь. А здесь, я так понимаю, мы абсолютно пройти никуда не... Можно пройти, вы смотрите. О, открытое окно там, я не знаю. Ладно, а если вниз? Давайте вниз попробуем. Вниз попробуем пройти, может, что-то будет? Я не знаю. Да, я могу... Фрогит подскакивает. Ну-ка, давайте, комплимент. Комплимент Фрогит. Рибит-рибит. А, Рибит-рибит, погоди, Рибит-рибит, отстань. Отстань, у меня здоровья нет, Рибит-рибит. Все, иди там, Рибит-рибит, в другом месте. Все, пощада. Зашибись. Так, ну я так понял, что, наверное, это все. Это такая, знаете, демка-приколюха. Чисто повеселиться, зайти, угарнуть с Папайрусом и выйти. Большой Боб. Привет, Большой Боб, сказать привет. Ты говоришь привет. О, привет! Замечательно просто, Большой Боб. Отпусти меня теперь нахрен, пожалуйста. Отпустил. Так, ну и все. По-моему, ребята, это все. Я, конечно, блин! Шикарно! Давай, Руфер, Фриск Руфер, на крышу просто залезла без страховки. Какая молодец. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Я вижу, что это уже все, что можно было в этой игре посмотреть, посмотрели. Санса во ФНАФе тоже посмотрели. Все посмотрели. Давайте до следующего раза. Если вам понравилось то, что вы увидели, то ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, пишите что-то в комментариях. Нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании под видео. И все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.